Аллилуйя! Слава Богу! Слава Иисусу! Слава Иисусу Христу, нашему Спасителю, Господу! И ни в ком другом нет спасения, дамы и господа, братья и сестры, ибо нет другого имени под небом, данного нам, людям, которым надлежало бы нам спастись, которым спасены, которым спасаемся. Слава Господу! Приветствую всех с Петербурга, северо-запад России, северная столица России. Это парк, прекрасный такой красивый осенний парк, Удельный называется. Вот, и здесь рядом станция метро Удельная, Пионерская. Вот, и молюсь о духовном пробуждении Петербурга, о духовном пробуждении северной столицы и всей России, всего мира, всей нашей страдавшейся планеты. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да призрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя. Да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир во имя Иисуса Христа. Да, друзья, здесь вообще северная природа, она по-своему прекрасна. Я хочу некоторые вещи сейчас здесь заснять. Вот. Я думаю, вот таким образом. Добрый вечер. Вот. И здесь, так, в парке. О. Вот. Красиво. Вот такое состояние природы. Аллилуйя. Вот, друзья, и благословляю всех вас, молюсь именно здесь о духовном пробуждении. И эта поездка уже подходит к концу, нынешняя. В следующий раз уже, наверное, в декабре только буду здесь, я думаю. Но все это время буду продолжать молиться о Петербурге, буду продолжать молиться о духовном пробуждении здесь. Вот здесь зарождалось, на этом месте, да, зарождалось православное обновленческое движение. Вот, и еще в царской России, потом уже в советской России. Здесь, в Петрограде тогдашнем, 100 лет назад, оно начиналось, это движение наше. И хотя свое рождение, зачатие было здесь, зарождение, а рождение произошло в Москве уже, в 1923 году, в храме Христа Спасителя московском, там, где проходил собор, тогда второй уже собор всероссийский, на котором подавляющее большинство участников так или иначе высказались за реформы, за обновленчество, за этот курс, новый курс православной церкви на таком постимперском пространстве, в частности в России, ну тогда советской России. И знаете, друзья, конечно, обновленчество тогда 20-х, 30-х годов, это как бы отдельная тема, но далеко не совершенны были дела их. Но до сих пор с благодарностью к Богу вспоминаем мы многих героев веры той эпохи, того времени, в частности вот Александра Боярского. Это как раз вот питерский, петроградский священнослужитель, который, собственно, ну скажу так, был один из пионеров этого движения здесь, на северо-западе, и вообще в целом православного обновленческого движения. Да и Веденский Александр тоже здесь трудился в храме Захарии и Елизаветы. Был настоятелем тогда он, да. Так что Петроград, Петербург, Петроград, вот действительно, это город не только революции, да, революции, но город реформации. Город реформации, слава Богу. Пусть Бог благословит вас всех, дорогие друзья. Да, и возрождение свое обновленчество получило уже в Киеве.
вот в лице нашей церкви, такой реформаторской православной церкви Христа Спасителя, архиепископом, которым я являюсь. И в конце 2000-го, начало 2001-го годов, вот, собственно, вот в этих первых наших собраниях, евангелизационных и вообще служениях первых, вот, собственно, и начиналось вот вновь как бы новое начало православного обновленчества. Да, новое начало, можно так сказать, как раз. Слава Богу. Так что, дамы и господа, молитесь. В январе планирую у нас в Киеве, в нашей вот Киевской архиепископии, как раз проводить на эту тему семинары. Вот, служения нового формата будут. Именно я их назвал Абба. Абба, значит, папочка, папуленька. Благословляю всех вас, дорогие друзья. Паки и паки, что у нас снова и снова. Завтра еще с утра я в Питере. И утром сделаю трансляцию в Петербурге. Уже в пятницу, я не знаю, получится ли технически, но буду стараться каждое утро в 6 утра выходить в эфир. Даже если не получится там на Ютубе выходить, то в духе и в истине, по крайней мере, да, выходите в такой божественный эфир. Как в той песне поется, в эфире вечном, как корабли плывут. Благословляю вас. До встречи и на земле, и на небесах. Шалом. Мир всем. Из города Петербурга, с Удельной, парка Удельная, Божьей милостью, архиепископ Сергей Журавлев. Шалом.